Вашингтоне в рамках празднования 29-й годовщины независимости Узбекистана была также организована официальная церемония вручения орденов Дуслик бывшему первому заместителю помощника госсекретаря США Элис Уэллс и автору перевода произведения Абдуллы Кадыри «Минувшие дни» Марку Ризу. Выражая признательность за вручение награды, Элис Уэллс отметила, что наблюдаемые в настоящее время достижения и успехи страны стали возможными благодаря мужеству, стойкости и амбициям узбекского народа. С ее слов, двусторонние отношения между Узбекистаном и США – это не только сотрудничество между двумя правительствами, это связь между людьми, будь то это военный или бизнесмен, и что друзей из Узбекистана не может быть слишком много, так же, как и узбекского плова. Элис Уэллс являлась карьерным дипломатом с более чем 30-летним опытом службы в системе Госдепартамента США. Возглавляя Бюро по делам Южной и Центральной Азии, оказала большой вклад в всестороннему укреплению и расширению узбекско-американских отношений, сыграла ключевую роль в реализации в Узбекистане программ академических обменов и обучения английского языка, стала одним из инициаторов создания диалогового формата Узбекистан-Афганистан-США. Бывший глава Центра региональных исследований Академии ВМС США Марк Рис также поблагодарил за высокую оценку его труда и вручение государственного ордена Дуслик. По его мнению, само упоминание Кадыри при вручении ордена для него уже является большой победой. Марк Рис отдельно подчеркнул, что весьма воодушевлен наградой и готов в скором времени приступить к переводу другого произведения Кадыри – «Мехробдан Чайон». По информации посольства Узбекистана в США, ученый планирует вместе со своей семьей переехать в Узбекистан для осуществления перевода книги при тесном взаимодействии с Ассоциацией писателей Узбекистана. Марк Рис работал в Узбекистане волонтером Корпуса мира, преподавая английский язык в средней школе города Коканда.